Зовсім недавно ми знімали перший випуск програми «Це смачно». А зараз, вже в 10-те, ми зустрічаємось у найсмачнішому проєкті каналу «Центральний». За цей час було багато учасників. Всі різні, неймовірно талановиті та зі своїми неповторними історіями. Але 10-й випуск ми вирішили відзняти у тих, хто приймав нас перше. Тому запрошую вас знову до кулінарної студії «Цитрус». У гості до Олени Галушки. Ліночка, доброго дня. Ми в тебе вже як вдома, да, в кулінарній студії «Цитрус». Сьогодні ми вирішили трошечки розбавити увесь наш солоний, солоні смаколики чимось солодким. Що сьогодні ми будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо з тобою необычні, вкусні, воздушні капкейки. Угу. Они очень мягкие, и поверь мне, ты как попробуешь, тебе очень понравится. Ну, це зараз дуже популярна, теж, да, популярний десерт, тому що бачу багатьох, і там їх готують, да, і купують. Да. Давай тоді відкривай нам свої секрети, що, з чого складаються ці капкейки. Нам потрібно одне яйцо, у нас здесь 90 грам муки, і здесь в муке ще є секретний інгредієнт. Угу. Ти ж бачила, як я його додавала? Так, я бачила. Я вам теж скажу, що це за інгредієнт, це пол чайної ложечки розрихлителя було. Добре. У нас здесь 50 грам сливочного масла, 100 грам сахара і 125 грам у нас сметани. Добре. Вместо сметани можна взяти йогурт, якщо ще з кусочками фруктів попадеться, значить в капкейки, да, дуже вкусно. И мы еще, знаешь, что будем потом готовить воздушный крем. Очень-очень вкусный, такой прям вот такой. Ну, я так розумію, коли ти його скуштуєш, то можна після цього повітряного крему взлетіти, так? Да, як кулька. Ну, давай, давай починати і кажи, будеш що я допомагати? Буду, ну, звичайно. Да. Мені так минулого разу сподобалось, я прям, хорошо, давай. Ти ж помніш, як працює. Все пам'ятаю, так, на машину. Ми вложимо спочатку масло. Ага, можна, да, скористатися. Да. Сахар. Добре, цукор. Так, да, все. Тепер нам потрібно це взбити. Опускай, не бойся. Щелк. Ага. Все, включай. Так. Включай. Сильнее, сильнее. Нам нужно хорошо взбить. Где-то давай на четвертую скорость. Можешь не держать. Он не улетит. Вот видишь, масса белеет и становится пышная. Теперь мы можем добавить туда яйцо. Яйцо обязательно должно быть взбитое. Да. Так, теперь ты можешь остановить и собрать по стеночкам. Слушай, ты уже как профессиональный кондитер. Так, теперь я снова зі стінок збираю залишки. Тут у нас трошки цукру. Теперь смотри. Что очень важно при готовлении этих капкейков. Мы сейчас добавим половину муки, потом добавим половину сметаны, потом мы добавим оставшуюся муку и закончим сметаной. То есть борошно, сметана, борошно, сметана. Да, в этом рецепте важно закончить мокрыми ингредиентами сметаной, чтобы у нас капкейки были пушистые и нежные. Ты еще взбей, ты же собрала? Да, да. Бачиш, я вже. Так, давай. От, видиш, ти вже. Я все получається. Тепер ти можеш остановити. Так. Так. Чи не потрібно піднімати? Так, піднімай. Ну, щоб у тебе мука, знаєш, не розбризкувалася. Ну, от бачите, якщо ви бачите на вінчику такі, вона однорідна, і покажи. Так показати. Бачите, яка гарна однорідна консистенція виходить, побіліло, так? Да. Тепер ми додаємо десь половину на глаз. Да, ні, ну, на глаз, да, на глаз, половину муки. А не потрібно так там роз... Ну, давайте я дам сіточку. Так. Ти тепер так підніми красиво над чашею. Так, о, от вічка. Так, добре. Так, все, одівай вінчик. Давай я одену, допоможу тобі так раз. Нам здесь важно теперь уже не взбить, а просто перемешать. Угу. Потому что нам здесь большая скорость не нужна. Так, все, останавливай. Так. Теперь пришла, да, добавляй сметанка. Половину сметаны. На, тебе вот, подними.
лучше, тебе так будет добрый. Удобнее. И половину сметанки я додаю. Слухай, добре, таке запитання. Якщо за там рецептурою, що ти зробила, ти бачиш, що в тебе тісто виходить трішечки ну, густіше, ніж ти планувала, можна додати трішки? Так, немножко, да, можеш додати немножко розжижити його сметаною або йогуртом. Я додаю оцю вже всю сметану, так? Так. Да. Снимем чашу и теперь вымешивай все. Бачите, яка краса. Ну, воно таке схоже, ти знаєш, як на масло. Да. Така гарна, красива консистенція. Масло, да. Так, добре, все. Так. Я... Теперь мы это тесто, знаєш, неудобно накладывать ложкой. Нам нужны вот смотри, вот такие вот красивые формочки для капкейков. Ну, я бачила, вони продаються. Да, они продаются в магазинах, да, в хозяйственных, кондитерских. У нас их это очень много магазинов, где можно приобрести вот такие формочки. Теперь нам, знаешь, ложка неудобно насыпать сюда. Мы тесто все переложим в кондитерский мешок. Давай я переложу тебе, хорошо? Я и досі забуть не можу, коли ти мене навчала з кондитерского мешка робити зефірки. Вот такие зефірки мы будем делать сверху капкейков сегодня. Да. Я тебе сейчас покажу, как правильно отсаживать зефир. Ты будешь отсаживать, хорошо? Тебе нужно сделать вот раз круг, два над ним и отпустить, не давить, и сделать вот такой хвостик. Смотри, давай вместе. Дави, 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 дави. Теперь не дави. И вот так вытаскиваешь нос. Ага. Еще раз. Тобто зараз в мене буде, типа, да. Це було домашнє завдання, а зараз я буду здавати екзамен. Ні, ми зараз просто тесто наложимо, а потім ми будемо робити крем воздушний, і цим кремом будемо робити ось такі от зефірки. Дуже красиво. Зараз я тобі покажу, а ти сама потім будеш, сама будеш начиняти. Ну, так? Давай. Смотри, переворачиваєш. Давиш, 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 давиш до половинки. Угу. Вот, раз. Ничего страшного вообще сложного нет. А чому на половинку? Ну, тесто еще подойдет, да. Так? Да, 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 вот так. Может, чуть-чуть больше половинки, немножко совсем. Вот так. На, бери вот этой рукой. Это бери и давай, дави. Дави, 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 дави. Не дави. Все, стоп. Да. Ты можешь давить в одну точку. Ну чё, пыптик красивый получился. У нас вышло 7 капкейков. Дуже мы красиво. Ставим их в духовку. И сколько нам потребно часу, чтобы они у нас... Примерно 30 минут. А какая температура повинна вот, быть? Я хочу с тобой поговорить, рассказать секрет. И вообще рассказать, как лучше готовить. Сейчас будут секреты. Да, секретики. Смотри, вот посмотри, что у меня в духовке. Что ты у меня видишь в духовке? Відображення себе. Смотри, опа, видишь, у меня в духовке висит градусник. Так. Вот. Такие градусники продаются во всех хозяйственных магазинах. Угу. Его необходимо купить, потому что ты должна знать, какая температура у тебя в духовке. А ты еще показываешь взагалі... Нет, все неправда, все врет. Да. Смотри, вот здесь у меня, видишь, 170 градусов. Угу. А теперь посмотри, вот здесь сколько показывает, выставлено у меня. 150. 150. Ага, значит, она в тебе бреше. Все духовки брешут. Да. И для того, чтобы вам правильно и хорошо испечь, вам необходимо всем купить вот такой вот градусник, чтобы ты знала, что у тебя происходит в духовке. Потому что ты, допустим, выставляешь вот здесь 170 градусов, а там у тебя 200. Ты представляешь, поставишь капкейки и через 15 минут вытянешь что оттуда? Уголек. Мені взагалі здавалося, що та температура, яка показується, всередині вона набагато менша. Ну, мені навпаки казали, що трошечки не дотягує. Ну, от треба, щоб перевірити, да, перевірити свою духовку. Нужно, у мене завжди во всіх духовках висить ось такий градусник, і я знаю, яка температура у мене в духовці. Вот, смотри, у нас температура здесь 170 градусов. Угу. На вторую вот полочку ставь. Друга знизу, да, так? Да. А чому? Спочатку ми... А в тебе ж тут виходить конвекція, це зверху да, і знизу? Так, да. Так, от буде, видиш, дуть, как раз. Ага, добре.
Так, все. И мы выставляем, знаешь, как мы с тобой выставим? Мы с тобой выставим на 25 минут, вот. Ага. И потом посмотрим на них. Знаешь, бывает разная температура, плюс 5 градусов. Если угу. Они чуть-чуть не допеклись, мы просто добавим время і допечемо. А що ми поки у нас випікається? Ми будемо робити крем, чи крем ми вже будемо робити тоді, коли вони у нас будуть там щось? Крем ми будемо робити, коли вони у нас вже будуть готові, і ми будемо украшати крем. Добре, ми тоді чекаємо 25 да, хвилин. Да. Все. Время закончилось. Мы можем доставать. Смотри, я тебе дам вот такую вот перчатку, как раз под твои перчатки подходит. Одевай. Это чтобы ты не обожглась. Так, я теперь открываю. Давай, давай. Ага. И доставай. Одней рукой? Да. А я достану. Да, они не тяжелые. Угу. Ставь. А тут ничего не будет? Ничего не будет, стил? Нет. Вот. Они так подсмажились, дуже ароматно пахнут. Да, здесь была больше шапочка, но они оседают чуть-чуть, угу. Ничего страшного, так и должно быть. Так, ну ти ж розумієш, що вони у нас тут трошечки нерівні, хто бачить, тому що да, Олена його на цей. Не хватило немножко нам теста в последний, вот, но он и меньше получился. Ну, а давай мы его разорвем и покажем, какое тесто. Давай, вот я раз, чтобы его было да? Не дуже жалко. Да, да, давай, смотри. Мы его разрываем. Ну, такие пухкенькие. Да, посмотри, какое оно. Вы только подивіться, какие оно гарные. Бачите? Ну давай скуштуємо разом. Давай. 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 Ну давай. Угу. Воно таке ніжне. Да. І, до речі, тут не, воно не дуже солодке. А корочка вот эта вот. Очень. Попробую. Она сахарная получилась, очень сладенькая. Угу. Да? Дійсно дуже-дуже смачно. А я думала, що тільки тісто на бісквіт, якщо ми туди додаємо тільки багато яєць, може бути отаким пухкеньким. А, до речі, з вершкового масла теж виходить дуже да. Гарний варіант, до речі. Дуже да, тепер ми з тобою зробимо крем для них. Давай. Так, ну, в нас готові капкейки, і ми зараз будемо їх прикрашати. Да, ми будемо робити крем. Ну, смотри, у нас є така прекрасна машина. Она с индукцией. Так. Она вот здесь вот снизу греет. Угу. И мы в ней будем взбивать крем. То есть потребно, как да. Рублят на водяной бане? На водяной бане, угу. Да. Просто ставим на плиту кастрюльку с водой. Угу. В нее, в эту кастрюльку ставим мисочку, желательно стеклянную, не металлическую. Угу. И берем миксер в руки и начинаем взбивать миксером белки с сахаром, угу. И мы туда еще добавим желфикс, вот такой вот. Угу. Он нам необходим, он желирует. Угу. Здесь входит сюда пектин, и он зажелирует нашу массу белковую. Чтобы она не растекалась. Чтобы она не растекалась, форму. Она будет держать форму, угу. И крем получится такой вот стойкий. И добрый. Теперь смотри, мы выливаем туда белки. Это важная миссия моя, да? Да, выливать. Да, да. Ну, это же очень важная миссия. Белки. Добро. Сахар. И смотри, я открываю. И мы добавляем туда пол столовой ложечки желфикса. Сразу добавляем всего пол столовой ложки. Угу. Мы добавляем все ингредиенты. Теперь смотри, нам необходимо выставить температуру. Выставляем 75 градусов температуру. Добре, у тих, у кого немає такої крутої машини, як зрозуміти, що в тебе 75? Вода кипить, а, тобто на маленький огонь її ставиш, щоб вона чуть-чуть, да, і взбиваєш. Угу, добре. От. І включаємо. Зараз білки у нас заб'ються, бачиш, пар йде. Да. От, смотри. Ми зараз засечемо з тобою час, за скільки ми заб'ємо білки. Це приблизно буде 3,5 хвилини. Угу. Якщо взбивати міксером в чаші, це займе десь 20 хвилин. Да. Вам тебе необходимо сбить до того состояния, чтобы крем намотался на венчик, чтобы он был плотный. Ты давайте его на разбивку. Да. Все, теперь мы можем уже выключать. Выключай. Супер, все. Робот запылился. Да. Так, и поднимай. Теперь... Вот. И доставай венчик. А, раз. Он не горячий, я думала, что... Не, он не горячий. О. Mm-hmm.
Так. Так, смотри, у нас, помнишь, вот такая вот насадка корона, была мы зефиром? Да. Корона, да? Ты ее назвала так, да? Хорошо. Сейчас мы сюда наложим наш крем. Давай. Ты помнишь, как отсаживать зефирки? Помню. Что ж ты меня не попередила, что у нас будет, типа, домашнее завдание? А мне интересно, как ты его выучила. Ну, давай я тебе один покажу. Давай, я чекала всего, давай я тебе один покажу. Чекала. Так, смотри. Так, нам якось так потрібно. Давай я на вот этом самом некрасивом покажу. Вот такой. Может, мені потрібно перший раз. Ну, ладно, давай. Кривой так кривой. Давай. Смотри, что мы делаем. Мы вот отсюда начинаем. Делаем первый ряд. Над ним делаем второй ряд. И вот так вот серединку закрываем. Ничего себе. Да, давай. Такс. Так, все сосредоточились. Дави. Вот. Молодец. Теперь смотри, ты можешь их посыпать разными посыпками. Могу. У меня есть вот такие вот безе напеченные. И ты смотри, вот можешь брать безе и поукрашать. А не потрібно, до речі, я хотіла спитати, не потрібно, коли вони подаються, знімати їх з цієї бумажної штучки? Ні, ну, як їх правильно їсти? Вот, ти береш своїми вже руками, знімаєш і починаєш кушати. Да, і у тебе... Как би руки чисті, да? Ні, ну, руки у тебе можуть бути грязні, але ти ж дотрагиваєшся до продукту, а тут вот як салфеточка своєго роду. І ти бумажечку знімаєш немножко і кушаєш, і все. Все. Можна сказати, що у нас все готово. Да. І ми зараз будемо дегустувати. Да. Зйомки кулінарної програми – це неймовірно цікаво. Кожного разу з'являються нові знайомі, ти навчаєшся чомусь та поринаєш за лаштунки відомих закладів та кулінарних студій. Не буває, звичайно, без курйозів та смішних моментів, але кожного разу це нові враження та смаки, які ми намагаємося передати вам. Наші кулінарні шпаргалки – це результат роботи величезної команди – операторів, монтажерів, звукорежисерів та дизайнерів. Ми всі разом навчаємось, дегустуємо та ділимось враженнями від побаченого. Тож, залишайтеся з нами, попереду нові знайомства, нові смаки та враження. І ми обіцяємо – це буде смачно!